В этом году мы являемся принимающей стороной по фестивалю трех сестер славянских республик. Но вот в силу того, что такая политическая обстановка у нас, мы не знаем, будет ли у нас украинская сторона. Вполне возможно, что мы проведем чуть-чуть в стороне славянский лагерь, то есть на территории Новозаповского района. Это все обсуждается, но как это будет, пока тяжело сказать.